Или что ли? Не знаю, просто убивать ботов можно миллион лет, убивать людей можно единожды. А они еще ливнуть могут? Ну, просто сейчас у него сопоставимо. Ну да. Даст. Исламская технократия звучит. Ой, прости. Это я. Я знаю. Я прыгаю. Ты, кстати, зло, я сейчас промазал, у меня просто рефлекс немного подправляет движение мыши, поэтому даже когда я прыгаю, я могу кого-нибудь зашибить. Тут враг. Фига он плотный. Ой, прости, я испугался. Ты что, издеваешься, что ли, ублюдок? Даже тут коза вообще-то убивает, если не заметил. Стоп, это что за херня была? Короче, что-то он как-то очень сильно карает. Ну, пока не меня не будет. Он читер. Очень уж сильно карает, сказал бы. Кто-то может сказать, что он на скиде, но я скажу, что он скорее уж читер, чем на скиде. Это вроде. Я где-то есть, это точно. Блин, на самом деле он не такой скид. Он сейчас у него меня три раза помахнулся. Правда, учитывая, что я... Надо давать ему отжираться тогда. Контролирую точку Гаусса, иначе он будет карать и убивать. Вот что это за херня была? Я же понимаю, что я сам спалился. Ну ладно, это было ПВП века просто. Ну он очень уж какой-то неприятный ублюдок, я бы сказал. Тут еще засранец, короче. Тут еще две точки Гаусса к меню. Пусть он говорит в аду, ублюдок. Драма. Блин, да. Получай. А мувы песни вообще шикарные. Да, ну что, шикарные? А мувы песни. Я в сценарии не получался. Блин, я уже задолбался. Такое напряжение, что я забываю разряжать Гаусс. Блин, это засранец опять подобрал свою игрушку любимую. Бегаем, плывем, потому что... Что, думаешь, не залетать? Ну, фига, ладно, окей, нормально. Этот ублюдок тем временем где-то отжирается, небось, на 100-100 бегает сейчас уже. Или просто где-то типа, нашел его, он на респе теров. Окей. Бежит в сторону Тёмки, если ты знаешь, где это. Нет. Короче, Тёмка — это противоположное направление от теров. Примерно с тем, где ты сейчас был.
Ладно, я ошибся, Тёмка, это на самом деле другое место. Там было, в общем, путь к точке А. Чё, этот ублюдок тебя уже потерял? Да, сплю. Он на до сих пор? Но в сторону А шел. Вот засранец. Блин, мы с плавом сейчас двигаемся, что мне делать теперь? Он сейчас мне бошку оторвет. Боже, он еще тут с гранатами кого-то унижает. Тупыми. Пошел он нахер. Да, вообще. Видел где-то рядом с точкой А. Сейчас слышал. Пятый звук. Фига, он и тоже у меня был. Блин, у меня один хп, что мне делать теперь в этой жизни? Бредный. 6 хп. А, нет, 16. Ну, сейчас, кстати, капитан подкрыл. Стоит время. Чё говоришь? Да он как-то так мощно подкрыл. Ты чё за херня? Этот ублюдок забрал уже. Все-таки, наверное, он чтёр. Ну, не чтёр. Не чтёр? Да, он не чтёр. Он не убивает мгновенно хэдшотами, как ублюдок с прошлой игры. Он просто задрот. Все нормально. О боже. Ламер 190-го левела. Чёрт. Да я так развлекаюсь. И просто чувак так уверенно начал на меня с монтировкой бежать, как будто бы он уверен в своих силах полностью. Блин, там на А кемперет с арбалетом. Осторожно входи. К телам до базы. На пункту стоит. А где там это засранец? Где-то на респе бегает, что ли? На респе целый, да. Что я его не вижу. Тут. Ага, его с монтировкой убили. Ламер, ламер. Уже он задрал уже. Тут еще под стволы нашел. Еще проблема в том, что он постоянно эффективно использует под ствол, потому что, ну то есть даже ближе не дает. Так, тут кто-то рядом треспался на респитеров, я понял.
чувак даже с ракетой стреляет по нему. Ну, у меня особо не зависит от ракетницы. Что говоришь? Ну, так же самое для нас не зависит от ракетницы. Где ты задрот? Небось на Б бегает? Да. Стоп, он на Б был или на Б? На Б. Снесу. Где-то рядом с респом Тером был в последний раз, когда я видел его. Я не понял. На самом деле, учитывая мобильность, скорее он оттуда уже ушел. Тут по улице оторвал. Вот он. Где? Он на переходе из центра, да. Warrior Player отомстил за нас. Но он меня убил, просто. Пазл меня убил. Блин, ну что за мода сидеть где-то в углу и тупо темперить с арбалетом? Ну это для конченых людей. Воу-воу-воу, какой крутой. Повезло. Там вроде помощи. Эй! Сейчас не тот того, кто-то сделал, убью его нахер. Или не убью. Ну чё это за чит опять был? Спрашивается. Не, ну конечно можно сказать, что он типа по звуку стреляет, все дела, но блин. Слишком круто, чтобы быть правдой. Волхак, что? Что говоришь? Волхак какой-нибудь. Не все читер, что убивает. Где-то в районе Теровского резка вроде был враг. Что за херня, а? Не повезло. Ну, бывает. Еще какой-то лох зашел. Еще и пивной.
пытался меня взрывопакетом убить, но не получилось. Ну, почти получилось, конечно, это тоже надо учесть. Ну, тебе не нет. Только прострелы. Там пивной ходят, осторожно. Там засранец был. Я убил пивного. Я молодец. Там коза была. У меня 2 хп, можешь меня добить, а у тебя за спиной? А, ну ладно. За спиной Warrior Player был. Какой-то кемпер, кемперит опять. Что тут нахер? Бегать за аптечки на такой всей карте. Он, короче, тут стрелял вообще тупо на опережение. Меня даже не видел. Так что можно сказать, что у него либо хорошие наушники. Конечно, это адекватно. Либо... Не, ну, блин, невозможно. Ну, блин, не все, кто стоит по звуку, читеры. Ну, блин, слишком круто, понимаешь. Не ходишь? Учитывая, что местами он реально прикупил. Почему этот дурацкий Дасти прицел не вижу? Тысячи мы, по-моему, играли. Гнали Лего Лэнд, короче. Лего Лэнд, потому что не очень.